Друзья, всем привет! Сегодня в этом кратком видео будет распаковка и обзор поварской тройки. Это у нас Шун Классик с темной рукояткой. Здесь три ножа, овощник, универсал и шеф классический. Артикул DMS-300 у набора. Приятно такой набор получать в подарок и дарить. Здесь наш артикул. Традиционно шуновская макулатура. Начнем с малого. D0720. Здесь у нас VG-MAX в обкладках из дамаска, D-образная рукоять. Легенький такой, приятный ножик. Заточен он, если не ошибаюсь, где-то на 30 градусов. Уже смотрел. С одной стороны 14, наверное, нет, 28, 29, наверное, градусов полных. И овощник чуть хуже заточен, чем другие ножи. Тем не менее, бумажку режет по обуху. 1,37. Здесь уже сужается значительно, не буду измерять. Сведены шун всегда очень тонко, 200-300 микрон ширина подвода. Трудно даже попасть на самом деле. Ну вот где-то так, по-моему. Обошелся такой набор вместе с доставкой, что-то, по-моему, 38 тысяч. Клиенту, заказчику. Так, вот у нас универсал 0701, 6-дюймовый. Ну, кстати, универсал 6-дюймовый, если брать, вот мне шун примеровски больше нравится. В руке на мою руку чуть маловат, если говорить про универсал именно. Шун примеровски прямо отлично ложится в руку. Мою. Ну, рез традиционно у шуна. Великолепный просто. Чуть потолще. Сведен также тонко. А вот шеф, пожалуй, шун классик как-то в мою руку приятнее, чем бочкообразная примеровская рукоять 0706. Тоже очень тонкое сведение. Баланс идеальный. Качество изготовления, никаких претензий. Все очень ровно. Рез замечательный. Ну, еще взвесим каждый нож. Здорово. Так, овощник пушинка прям. 60 грамм.
75 грамм, тоже не тяжелый. Ну и шеф, наверное, 200 грамм точно будет весить. Да, 208 грамм. Вот таким кратким получился обзор ножей. Действительно очень приятный набор. А если вам нужна будет помощь в их приобретении, в описании будет ссылки на телеграм-канал, мои контакты. Обращайтесь.